Участие в ней принял и губернатор. Вениамин Кондратьев подвел итоги совместной работы за прошедший парламентский год. Глава региона подчеркнул, в непростых экономических условиях удалось сбалансировать бюджетные расходы и доходы. Сегодня можно говорить о результатах, но только самый оголтелый крикун может требовать каких-либо результатов от нашей совместной деятельности за год. Но тем не менее, самый главный результат – это экономическая стабильность и социальная стабильность в нашем крае. Мы сбалансировали расходы с доходами. Многие хотелки убрали, амбициозные проекты убрали, которые на жизнь особо не влияют. Жизнь обычного человека, селянина, горожанина мы вывели на первый план. И вот на этом мы денег не пожалели. Здесь ни одной программы мы не сократили, ни социальное, ни в здравоохранение, ни в образование. Приоритеты просто расставили по-другому. Это тоже результат. В регионе также получилось держать рост объема госдолга Краснодарского края, что очень важно в кризисных условиях, заметил губернатор.